Казахстан наладит прямые авиасообщения с Нью-Йорком, Токио и Гонконгом. Первые рейсы в эти города планируют запустить в течение 2 лет. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации. Сегодня самолеты из нашей страны летают в 27 стран по 103 маршрутам. Еще 9 новых направлений откроют до конца года. До конца года ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, Куала-Лумпур, Анкара, Карачи, Лахор, Джидда, Маскат, Прага и Тель-Авив. То есть, как вы видите, достаточно интенсивные планы. До 2025 года в планах наших авиаперевозчиков открытие рейсов в Гонконг, Вену, Токио, Сингапур, Нью-Йорк и ряд других направлений.